чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй. И все тянется давно. Вместе с группой Ларго, пожалуйста, доброе проходите. Утро. Доброе а мы пока утро. Представим Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр спасибо Порожный. Большое. Во-первых, ребят, спасибо, Жень, что, спасибо что передаете мои цветы. Спасибо вам, я надеялась, что это мне, мы сразу хотим поправить, это не твои цветы, это наши цветы. Ну, мы скинулись с ребятами. Спасибо большое, Жень, ты вечный. Итак, во-первых, самый первый вопрос. Ребят, кто-то из вас был на Поле чудес совсем недавно? Ну, как думаю. Да, было такое дело. Да? Вообще мы там зажгли на Поле чудес. Это мы видели. Да? Да. Ну, здорово. Да. Мы почти победили. Дело в том, что просто ход не дошел. Да. Но слово он угадал. Да, что за слово было? А слово было благовоние. Женское такое слово. 8 марта. Но задание было очень интересное. Что означает в переводе с арабского бензин? Благовоние. Слушайте, ну на самом деле все получилось очень нечестно. Женщина, которая была второй, то есть перед Владимиром, она просто-напросто, ну вот так ей повезло с барабаном, нагло она угадала. Отгадала. Да, слово раньше Владимира. У Владимира даже не было шанса. Вообще, но зато был шанс попасть на Поле чудес, окунуться в эту атмосферу и спеть с ребятами удивительную песню, которую мы в конце нашего разговора обязательно споем. В общем, Владимир, смотри, для того, чтобы ты почувствовал эту атмосферу, атмосферу победы, мы подготовили для тебя вопрос. Так как сыграть-то не удалось. Который звучит вот так. Итак, отгадайте краснодарскую популярную группу из трех человек, созвучную со словом «эмбарго». Пять букв. Итак, okay. Пожалуйста, первая буква. Моя очередь? Да. Давай, говори. Давайте до меня ход не дойдет. Нет, будет ход только ваш. Только сегодня. Твой. Первая буква. Ну, подсказывай. Ну, говори. Догадается давайте буква L. Буква L. Буква давайте L. Посмотрим. Это буква L. Идем дальше. Вторая буква. Буква А. Шанс? Давай посмотрим.
Это буква А. И третья. А можно я знаю слово? Нет, погоди. А я играла причем. А можно зову слово целиком? Нет. Слушай, так нечестно, ты играл, а мы с Сашей. Саша, давай вдвоем. Ребята. Буква Р. Ну что, друзья, я мечтал сказать именно это. Три. Правильно угаданные буквы дает вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию! Вау! Итак, правая, левая, левая, правая, Володя правая, у нас. Левая, левая, правая. Давайте. Ну, это же он угадал. Какая, ну? Ну, давай. В любом. Ну, вот это. Вот это. Лево. Вот это. Итак. Слушай, ты давай. Должен звук издать. Та-дам! Но у нас-то добрая программа. У вас есть второй шанс. Выбирай любую. Выбирай любую. Сейчас. Левая. Он выбирает. Я выбрал ту же самую. Это была левая. Нет, вот ну нет, та теперь левая. Это была та. А здесь тоже ничего нет. Это нечестно. Так, ой, получается, мы забыли положить туда деньги. Как неудобно, ребята, перед вами. Ладно, ребята, присаживайтесь. Давайте тогда следующий вопрос. Когда у вас концерт намечается ближайший? Сегодня концерт, завтра концерт, послезавтра два концерта. Ого, ребята. И вы знаете, вот... Как говорится, 8 марта, да? У нас 9 и 10 марта два сольных концерта в двух отделениях подряд. Поэтому и вы всем женщинам будете дарить цветы. Музыка весны. Да. Называется концерт, и мы ждем всех девушек, всех женщин, всех их сопровождающих людей, конечно же, будем для них тоже петь. Слушайте, ну раскройте секрет, в репертуаре какие-то новые песни планируются у вас? Вот что-то сейчас уже разучиваете, может быть, записываете? Специально к сегодняшнему с нашей встрече с вами мы вот записали. Вечная любовь? Да, конечно. Слушайте, песни, надо потрясающее... Песня, на самом деле, Женя еще до эфира начал ее петь почему-то, как будто знал, как будто попросил. Смотрите, совсем скоро, 8 марта, вот по-вашему, какой самый лучший подарок для девушек, для женщин? Ну, конечно же, группа Ларго. Это мы поняли по вашей загруженности. Это на корпоративы, это понятно. А вот утром разбудили маму, девушку. Иногда бывает для любимой сладкий поцелуй лучше, чем любой подарок. Ну, то есть бесплатный, да, чтобы не тратиться. Но если серьезно, то, конечно, искренняя любовь. Опять же, не будем тратиться. Ну все, Евгений, про цветы сначала от вас, потом про не тратиться. Какие-то у вас корыстные мысли. Ребята, ну вот вы сегодня к нам пришли, а ведь в этот день, 6 марта в 1985 году, группа Beatles, знаете такую, записали свой последний хит «Let it be». Знаете эту песню? А, ну, в мене була українська мова. Let it be, let it be. А можете на українському і спіти? Let it be? Кусочок, да. Да ми не вчили, ми не вчили. Или какой-нибудь кубанской обработки. Ну, якщо чесно, то ми оставимо этот... Давайте музыкальный материал, другую передачу. Хорошо, это будет домашнее задание. А теперь я приглашаю вас вот сюда в центр. И давайте поздравлять всех женщин и девушек с 8 марта. Отлично. Огромного счастья и весны в душе! Группа Ларго в студии. Хорошего утра! Не зная горя, 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 в краю магнолий плещет море. Сидят мальчишки на заборе и на меня наводят грусть. Танцуют пары, 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 мотив знакомый, даже старый. И сладкий голос бас-гитары тревожит память мою. Ну и пусть, ну и пусть, и пусть. Когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты. И на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. Краю магнолий плещет море, сидят мальчишки на заборе, и восхищение в каждом взоре. Невольно я сейчас ловлю. Мальчишкам надо еловать.
драться, и по ночам девчонки снятся. Но не для них сегодня танцы, но эта песня для них, им сейчас я ее дарю. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты, и на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. Как модно, танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. Браво! Браво! Друзья, у нас в гостях была группа «Ларго». Спасибо вам большое. Ну а дальше факты, факты спорта. Поговорим немного о погоде. Возвращаемся в студию. Хорошего утра. Кстати, это и другие интервью вы можете посмотреть все на том же сайте kuban24.tv. Скоро вернемся и узнаем, где же появилась вакансия для выпускников Хогвартса.